Семеро щенков ищут дом. Их оставили в коробке у одного из домов в Бендерах. Щенят на время приютили жильцы. В приюте для бездомных животных просто не хватает места, а щенки нуждаются в тепле и заботе. Щенята жалобно скулят. Вот так в картонной коробке их подбросили под дверь подъезда. Это пятиэтажка по Ермакова в Бендерах. Щенков накануне вечером нашел сын Светланы. В семье их приютили на время. Эти щенки просто никому не нужны, их выбросили. А я взять себе их тоже не буду, потому что у меня дома есть кошка, которую подобрала на улице, есть своя собака, трое детей. Как бы, ну, чем могу помочь, это только вот, ну, день-два подержать у себя дома и кому-то их просто передать, если есть возможность такая. Конечно, им не хватает мамы. Очень больно, очень грустно вообще это видеть, что выкидывают новорожденных маленьких щенят. Щенкам на вид недели две. Они еще слепые и есть сами не могут. Светлана кормит их молоком из пипетки. В Бендерах есть приют для животных, но там взять щенков тоже не могут. Просто нет места. А еще говорят, если нашли таких подкидышей, надо идти в милицию. Согласно Гражданского кодекса, статья 247 гласит о том, что лица, которые нашли животное безнадзорное, они должны сообщить в органы внутренних дел, либо в органы местного самоуправления. И, естественно, должно быть место, куда этих щенков, как вещественное доказательство, можно было бы отдать на ответственное хранение. На данный момент у нас такой организации нет. В самом бендерском приюте 700 бездомных кошек и собак. И число постоянно растет. Недавно там тоже приютили новорожденных щенят. Их нашли у мусорного бака. Щенкам нужен новый дом. На экране телефон Светланы и приюта.